Этот грибной суп покорил мое сердце сразу. Готовлю я его не впервые, рецепт очень легкий. В данном исполнении я использовала шампиньоны, но мне также очень понравилось с вешенками. Приступим к приготовлению. В кастрюлю с толстым дном отправляю 50 мл растительного масла. Туда же отправляю 50 грамм сливочного масла. Растапливаю, ставлю огонь на средний и сразу обжариваю 5 средних картофелин, нарезанных кубиками. Обжариваю недолго, от 3 до 5 минут. Я нарезала одну большую морковь, также на кубики, и буду обжаривать ее вместе с картофелем. Недолго, минуты 3. Также мелко нарезала 2 репчатых средних лука. Обжариваем вместе с картофелем и морковью. Видите, настолько все просто. Минуту 2-3 обжариваем и добавляем 400 грамм мелко нарезанных грибов. У меня шампиньоны, вы можете взять также вешенки. Очень-очень вкусно получается. Немного обжарили, добавляем соль. У меня 1 столовая ложка морской соли, пол чайной ложки черного перца и пол чайной ложки куркумы. Добавляем 1,5 литра, либо 2 литра холодной воды и доводим до кипения. Довела до кипения, и тут я обязательно всегда пробую на соль. Если не хватает, то немного добавляю. Добавляем любимую зелень по желанию. У меня зеленый лук, немного петрушки и сушеный укроп. Я очень надеюсь, что вы приготовите по этому рецепту и вам очень понравится. Буду очень рада вашей подписке, вашим комментариям, на которые я обязательно, иншаллах, конечно же, отвечу. А наш с вами суп уже готов. Получился он вот такой вот вкусный, красивый. Добавьте обязательно сметанку. Она подчеркнет сливочный вкус этого супа. Густой суп, либо жидкий, решать вам. Готовьте на свой вкус. Всем приятного аппетита. Не теряйте меня. С вами была Амина. Всем мир и ассаляму алейкум.